парке у детского медицинского центра в Чебоксарах расцвело необычное дерево, которое раньше не видели в городе. Такой звонок поступил к нам в редакцию от телезрителей. Что это за дерево, отправилась узнавать наша съемочная группа. Как жаль, что телевидение не может передавать запахов, подумали мы, когда приехали на место. Дерево, о котором говорили жители, удалось обнаружить без труда. Я не видела такое дерево. Проходила мимо и очень заманила запах, и как он выглядит красиво. Веточки, как у этого, красная рябина, листочки. А цвет совсем другой. Я тоже приглядываюсь, думаю, что за дерево. На самом деле это рабиния ложноакациевая, или в народе просто белая акация, рассказал нам директор ботанического сада. Дерево засухоустойчивое и для наших широт достаточно редкое. Естественный ареал этого растения – Северная Америка. У нас сейчас вот интродуцированный вид. В России растет, в южных регионах достаточно большом количестве. И очень его любят пчеловоды, потому что дает хороший нектар и в большом количестве. В Чебоксарах на цветах этого дерева специалисты заметили даже вид пчел – пчелоплотник, который занесен в Красную книгу. Ольга Пырочкина, Юрий Марков, Валерий Резюков, Республика.